Тюмени вернулась вице-чемпионка всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов России Зульфия Сабитова. Эта медаль стала для нее второй за неделю. Ранее участница сборной России по гребному слалому выиграла индивидуальную гонку чемпионата страны. Штрафы, мои штрафы. Я задела 6 секунд штрафа, и вот это мне не дало выйти на первое место. И перед чемпионатом России нормально легкие тренировки были, чтобы поддерживать форму, не сильно уставать. А между чемпионатом России и спартакиадой у нас было всего 2 выходных дня. Я тоже так легко себя поддерживала, свою физическую форму. Очень сложный технический вид, конкуренция высокая, то есть каналы по России в последнее время начали строить, поэтому, безусловно, конкуренция еще возрастает. Поэтому надо сказать, что достаточно хорошие успехи у гребного слалома, и хорошо, что он у нас есть.